Привет, это Реборн. На канале записи стримов с Куплиновым вышли очередные смешные моменты с Куплиновым, 11-й уже. Давайте посмотрим, здесь будет что-то интересненькое. Насколько я понимаю, по превьюхе там будет у нас какой-то ужастик. Поехали смотреть. А что тут? Джисатсу, обоссаться. Поехали. Я увидел закуску. Что за дыр? Сочную, которая... Это Димарон или это какой-то другой? Говорила дыр? Кайло. Окей, значит припаркуемся. Куда бы встать? Ай, ой. Не сказать, что я... А мы в это не играли? Мы, ой, точнее, не играли, мы это, по-моему, у Брайана смотрели. Сильно гордился своим прочтением. Не сказать вообще. Так, ладно, ай. Ну, по-моему, да, это там, где этот, как его, как же это называется? Охранник на вышке, да? Поеду задом, короче говоря. А, так я ж... Ой, короче, припарковался нормально. Нормально, чувака, я так поэта подрезал. Прикрыл его. Хера, он ест. Классно, причмой. Он еще облизывает, по-моему, твой этот колесо. Так, запереться можно здесь, нет? Че? Это, блядь, даже когда играть, кстати, надо. Ой, в смысле? Давай на туалет бумагу прям. Я могу этим управлять. На самом деле, я бы... Бля, ты не знал? Прикинь, такое возможно. Я бы работать в таком месте не смог. Это не комфортно. Ебать, елка тусит. Мне... Согласен, вообще не комфортно. И здесь да, работать, да, да, или что? Судя по всему, наверное, да. Дальше идти надо будет. О, господи, чуть не пересрался. Откуда он вообще появился? Его там не было. Вот ты зашел, типа его нет, но раз появился. Ты что, дурак, что ли? Ты придурок, что ли, чего, бля? Ты вообще, что ты, дурак? Ты-то дурак. Фу, и улыбается. Да, елки-палки, ты напугал меня. Я думал, ты один из них. Это ты напугал меня, дебил. Это ж, как, ты вообще что, ты нормальный, нет? Глаз кружился. Да благослови. Ну еще бы, блин, я вообще там переслался. Словит нас Бог. Хавой! А, чтоб мы выжили после встречи друг с другом. Так, одна брюшка мне. Че он там пил? Это большая, это кружка с большой, большая с чаем или сойдешь, сколько? Да? Окей. Придурочный, блядь. Взял меня, испугал. Так, мне нужно... Интересно, сошел на брюшку? Нужно сделать отчет. Я забыл включить генератор, ну естественно. Так, мне нужен бензин, конечно. Так, генератор я завел. Давай этим ты тоже еще могу управлять. Бензин нужно разливать, ага. Окей, пойдем, я выпущу канистру. Бензин можно, мочу нельзя, да. А зачем мне это делать? Давайте я оставлю канистру здесь. Пригодится, как бы, сначала она для генератора. А прикинь, ее сопрут. А для чего еще она может быть? Дегенератор. Тебя огонь разведен? Нет. Зажги его. Температура вот-вот упадет. Ты ведь не хочешь сидеть и дрожать во время шторма? Бензин должен быть в твоей хижине, но если его нет, то... Такой звук — это появление сообщений, как в игре в одной какой-то, которую Валерка гостер. Ты всегда можешь взять припасы из складской хижины. Блять, зачем я унес бензин? Я думал, он для генератора. Подожди, ты хочешь разжигать огонь здесь бензином? Ты что, прикалываешься, что ли? Вонять же будет. Так, ага. Дрова. Ага, ага. Она пролила. Нет, ты что делал-то? Бля, сейчас спалю вышку, нахуй. А прикиньте, реально. Так, ой. А это холодильник. Слава богу, не помогло. Телек можно поставить обратно? Ага. Ага. Да. Нельзя. Допустим, оно в холодильнике. Нет, оно сейчас, блядь, пропадет. Ты чё, засунь обратно. Я не виноват, что я не те ингредиенты взял. Меня разбудило какое-то чувство, которое заставило меня открыть глаза. А, это мы для этого закрывались, чтобы мы не видели, кто там ходит. Опа! Угу. Опа! Америка, Европа! Может, мне не надо было выходить, наоборот? Ебать, набросился на меня! Мне такие глаза. А разрезы такие длинные, а глаза маленькие, человеческие. Как зачем такие тогда разрезы? Не надо было на него нападать? Не надо. Нападать ты просто вышел. Чё? Еба, крыса стелс. Чё он делает? Так. Взламывает. Надо, наверное, спрятаться было от него, нет? Я губ, я тут перед тобой, Ска. Может быть, мне подождать? Ну, никакой за... Спрей от медведей! Ну, конечно, спрей... Подожди, а зачем спрей от медведей? В него, что ли, прыснуть? Вот так это же не медведь, это человек. Естественно. Естественно. Есть спрей от медведей? Я думал, только от комаров. Прикиньте, медведь такой залетает тебе в квартиру. Кусь! На, спрей от медведей. Он же похож на медведя, похож. Вообще, а одинаково, блин. Большой, да и похож человек. Если уж на медведя работает, то на человека-то и подобно заработает. Давай, сука! Давай, 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 собака, давай! На, нахуй! На, понюхай! Давай! На, тварь! Давай! Сейчас кончится весь, блин, спрей. На! 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 Да это не медведь, не работает, это не вот, ты чего?
Спрей от медведя на тебя не работает! Ты что, охренел? Ты ебать, скотобаза! Да, по-моему, надо было спрятаться. Какая тут спрашивает? Ты нафиг фонарем кинул, блин. Ладно, давайте ждать. Я был занят большинство своего времени простой... Интересно, как он прошел? ...уборкой внутри и вокруг вышки. Или осмотром плотности... Ты, блин, помой хотя бы себе этот бинокль, тот черный грязный какой-то. Деревьев вокруг. Так куда мне смотреть-то, блин? Так я вряд ли что-то увижу вообще. Я должен что-то рассмотреть? Просто без... Ни хрена не заметно. Без бинокля видно гораздо лучше. Чего вы хотите, чтобы я увидел? Пиздец, бинокль, ты бы хоть протер его. Во-во-во, я о том, что слишком грязный засал. А, ЛКМ чистить. А я вижу только приблизить, и все, я больше ничего не вижу. Короче, потому что ты невнимательный. Здесь какой-то... Того же, как и я. Культ ебаный, непонятный. Какие... Блин, почему-то всегда такая штука, типа, когда играешь, нифига не видишь, когда смотришь ролики, все замечаешь. Это, блядь, в масках черти в черных балахонах, свистят, что-то ходят, ебать. Хорошо, что не пердят. Блин, еще не... Он не пугается чертей, но пугается человечков простых. Блядь, это... Чувак, так с ним скучающим видом стоит. Ты напугал меня до чертиков! Опа, я не знал, что с этим делать. Единственное, что имело смысл в то время, зафиксировать доказательства. Чпоньк, а? Они не увидели фонарик, но увидели вспышку. Офигенно. Ты ёпта, ты со вспышкой там фотографировал. А как он без вспышки, по-твоему, сфоткает? Там же вид ничего не будет. Фига, они бегут. Что было мешать? Куда? А? Как он тут оказался? Блять! Шеф! Шит крабом, боком. А я не зря выяснил! Дрифтует, слушай. Не зря выяснил, что боком бежится быстрее. Я боком бегу, боком... Откуда он об этом? Как он выдвинулся? Хуй догонишь! Боком ты меня не догонишь! Боком! Ебать! Боком! Блин, не видно нифига. Как он оказался впереди него? Блин, такой звук стрёмный, прям бесит. Не хочу с самого начала, не хочу. Ничего страшного, пройдёшь. Хочу, ну не хочу. Не хочу, мама. Хочу с самого начала. Добрый вечер. Я лучше не делаю так, он тебя услышит. Добрый вечер. Нехер пукать. Поприкалывался. Это громко я пукнул. Я типа хотел, чтобы он подумал, как будто это капает вода. Где? Под кроватью? Твоя, блин. Убавил. Обоссался. О, это же другая игра, слушай, в нее тоже Валерка Гоша сказал. Фига, он там пробежал. Надо так делать больше. Так, это что, превьюшка моя? Я запутался. Блять! Хорош! Все его пугают, а? Это же не монстр, а просто люди. Вот видишь, блядь, дверь сами по себе закрывается, заебали. Что ты меня пугаешь? Дверь, не пугай. Ты не человек, не испугаешь. До этого... Хотя я бы, наверное, играл бы пересрался. Скривер тренировался, типа. А теперь быстро, так, вот громко. Сейчас, так, вот так закрывайся. Вот так закрывайся, только резко и громко. И, короче, я спалил, когда он тренировался, поэтому не особо страшно было. 8 сентября. О, Чилосад, The Kidnap. Получается, будет жить. А, мы тоже смотрели, да. Не, подожди. Это что это? Эй, где вот это вот звуки, блин, после как это после ночи в Five Nights at Freddy? Это если бы в конце было, это был бы финал. Да. Это что у тебя за вязь? Нихуя себе, ты модный. Я что-то думал, киднеп это будет про другое, тем там, где баба стримерша была, это что-то другое. Ебать, танцы какие современные, да? А, не-не-не-не, вспомнил, там, по-моему, двух друзей его сопрут, там чувак будет стоять возле мусорки, что-то такое, да? Вообще модный челик. А почему ты, собственно, не работаешь, объясни мне? Бля, старая бабка, это Z. Это бабка из магазина, 100%, я ее сзади узнаю. Так, еба бабка страшно идет. Бля, бабка. Ой, ты мать твою. Стой, бабуль, дайте на приюшку возьму, можно? Бля, ты какая страшная. Бабка непонятная, криповая. Это она. Бля, похоже, но нет. Не, не она, это посимпатичнее будет. Давайте сыграем. Может быть, просто потому, что они подтянули графончик здесь, да? Скинемся на камень, ножницы, бумага. Да-да-да-да, в эту игру тоже играл Брайан, по-моему. Бумага, камень, допустим. Пуп! Меня просто в нулину, бля. Я один проиграл, ладно, я вожу. Кто не спрятался, я не виноват.
Доброе утро. А вот и сам челик. Ну чё за хуй? Чё надо? Видел, где спрятались? Подсказывай давай. Кто такой? Кто такой? Чё надо, блядь? Извращ... Так смотрит. Я заберу тебя с собой, дам. Чейнс какой-то? Ну-ка нахуй отсюда иди. Хуй, он залез, конечно, блин. Сидит, ебать. А ты это, слезай, я тебя вижу, блин, ноги устанут, там долго сидеть, упадешь. Блядь, нахуй. Чё там, дупло тебя нашел? Ты не влезешь, блядь. А можно с вами? Нет, нельзя! Ланта, ты... Взрослый чувак, блин, это подошел к ним с ними детишками начал играть. Фу-фу-фу, нельзя. Ходишь, старик. И так как ты взрослый, ты будешь считать внутри того контейнера. Хорошо. И все, убежал. Может, мы домой уйдем. Мне тоже кажется, лучше по обам отсюда, блин, ты чё? Страшный челик. Сидит нахуй неделю. Не закрыли. Он запер его. Ты чё, офигел? Я же видел то, что ты закрыл. И слышал тоже. Нельзя так делать. Так, где... Не, ну с такими челиками где можно. Где я живу? Вопрос на миллион. Где? Там, тут, здесь, in the hall. Я живу. А вот и мой дом. Вигал бородатый. Шея волосатая. Ты бриться пора. Почему шея именно, да? Вот непонятно. Типа не здесь растет, а вот здесь. Так чем бы заняться? Уроками? Давай займемся уроками. О, тут можно что-то нарисовать. Нарисуй член. Туда цветочек. Ага. Вот так. Ладно, почти такой член. Цветочек, тут солнце такое светит, и пчелка такая летает. А это у ней жало, нахуй, она тебя проткнет, если... Хера себе жало, конечно, че голова какая странная. Так, у пчелки есть глаз, хорошо. И пчелка такая... разговаривает. Это просто борода. Бородатая пчелка, нифига. Вот так должно быть. Пробел, как мне выйти отсюда? В смысле? Давай поиграем в крестики-нолики. Я выиграл все. А, это нужно обводить, что ли? В смысле? А, я думал, надо рисовать. А, ну, рисовать. Рисовать эти, как бы, иероглифы. Уроки гад... Их, по-моему, он там смыл унитаз. Привет. Вот оно. А потому что дверь-то надо запирать. Угу. Алло. Smile face. Здрасте. А, блин, smile face. Таки... А, все вспомнил. Это чувак, который с этим, с домофоном разговаривал. И убежал. Привет. Пока. И убежал. И ага. Кис. А-а-а! Какого хера? А че он так вылез? Странно. Я кошка тоже. Не узнал? О, нет, он вернулся. Нет, он вернулся. А где вообще его машина? Ой, блядь. Я испугался мусора бешком. Я думал, это он. Он вот меня испугал сейчас, а он меня не испугал совершенно. Естественно, батарейка. Окей. Фига себе, нога там залезла. Что это сейчас было? Залезть на чердак, да. За ним прям, да? Гениально. Блядь, чуть не пересрался. Какого хрена? А, все, это конец? Все-таки да, Димарон. Блять, это было странно. А что нам не показали Ора Куплинова? Это было бы забавнее. Офигенный ролик получился. Спасибо большое Куплинову и Диме Рону за монтажик. Было весело. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бибенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.